Показывайте ваши котлетки знаменитые. Вот, нет, давайте вот так встаньте рядом с ними. Так, давайте, Нина Михайловна, вперед. Рассказывайте, как приготовили котлетки. Приготовила, погрею, вот на раздачу даю. А почему без перчаток, как летучая говорит? А как перчатка не горячие лучше? Перчатки сплавятся. Перчатки расплавятся, температура 80 градусов, это же не на раздачу. Понятно, все отлично. Холодильник, покажите, Нина Михайловна, как вы там убрались. Давайте, пошлите. Вот и видишь, смотрите, как раз, которые она недоведенные были. Вот это получается. Ага. Вот она говорит, что это мои личные вещи. У меня только личные вещи, вот, телефон и очки. А эти все рабочие, вот. Вот. Все рабочие, она говорит, это личные вещи. Да. Угу. Все. Вот эти у нас такие. Технологические карточки, с которыми мы работаем. Открывайте ваш знаменитый холодильник, который прославился на всю страну. Да, вот так, давайте, Нина Михайловна. Это что такое стоит? Я теперь в роли летучей. А, в роли летучей. Рассказывайте. Это рыба. Здесь мясо. Эти готовые продукты. Готовые продукты. Нарезка. Отлично. Просто супер. Вот только Лена не хватает с ее гаджетами. Еще. Так, вот Нина Михайловна, давайте скажем на весь Саранск. Я вступила на путь исправления. Не вступила. Нет. Как это вступила? Я всегда так работаю, буду так работать. Как работала, так и работаю. Да, ведь? Правильно. Как я вступила? Угу. Причем здесь она. За 40 лет да. работаем. Я свое дело знаю. Больше 40 лет вы здесь, да? Так. Наверное. Ясно. Еще при Макарке не работали, да? А как? Сколько ректоров? При Сухареве работали. При Сухареве? Сухареве. Ясно. Ну, Нина Михайловна, удачи, успехов. И с наступающим юбилеем мы к вам придем. Спасибо.